Привет подписчикам канала Охотника Нет. У нас сегодня винтовка Верауг HV100. Это самая популярная PSP винтовка последних лет. Это не вранье. Действительно, эти винтовки пользуются просто на самом деле огромным спросом. Потому что это немецкое качество, премиум сегмент. Эти винтовки обладают превосходной точностью уже из коробки. Данная модель у нас выполнена в классическом ложе, не с пистолетной рукояткой, и имеет аббревиатуру S. Ствол максимально длинный, это обозначение FAC, и калибр 5,5 мм. Что у нас есть в комплекте? Ну, собственно, сама винтовка, резервуар, модератор наш, так как к этой винтовке отдельно, точнее, в комплекте не идет заводской. Есть модели с заводским, но он маленький и на самом деле с 4,5 калибром справляется плоховато, не говоря уже о большем. Поэтому мы советуем приобретать наши модераторы заводские. Они просто превосходно справляются с поглощением звука выстрела. Ну и, собственно, мы сейчас соберем нашу винтовку. Резервуар уже заправлен практически до 200 атмосфер. Снимаем защитную заглушку резиновую. И аккуратненько сейчас мы будем вкручивать. Нет, вначале нужно еще вытащить заглушку верхнюю под штуцер. И аккуратно его вставляем полностью, чтобы резьба шла без скосов. И начинаем потихонечку закручивать. Мы закрутили. Не надо пользоваться никакими ключами. Здесь есть резьба, но если вы будете пользоваться ключами, просто пережмете прокладку. И вам придется ее менять. Просто от руки. Не нужно никаких резких движений. А у немцев все рассчитано до мелочей. Поэтому с этим проблем у вас совершенно не будет. Вот. Ну и, собственно, сейчас мы ее зарядим. В комплекте есть два барабана. Один базовый, один запасной. Также есть устройство для стравливания воздуха из резервуара. Ну и, конечно же, штуцер для заправки. Вот. А теперь мы зарядим винтовку и посмотрим на скорость выстрела по нашему хронографу. Ну, барабан у нас заряжен. Теперь мы испытаем по скорости, сколько она выдает на нашем хронографе. Напомню, калибр у винтовки 5,5. Вес пуль относительно тяжелый. 1 грамм и 30 десятых. Это классические чешские пули GSB, Jumbo Diablo. Вот, одни из лучших пуль конкретно для этих стволов, которые используются на винтовках Верауг. Вот. Ну и, собственно, сейчас мы заряжаем. Взвод у винтовки биатлонный, то есть отводом бокового рычага, плавное нажатие. Ну вот почти 272 метра в секунду. Это для заводского редуктора оптимальная скорость. Если хотите больше, можно настроить редуктор под большую скорость, но с потерей давления. То есть выстрелов будет не в районе 40-50, а где-то, ну, значительно меньше, будет 25-30. Можно сделать большую скорость. Возможно, упадет точность стрельбы, поэтому я не рекомендую. То есть 270-285 метров в секунду, это для этой винтовки очень хорошо. Ну вот, около 275 метров в секунду. Вы, наверное, заметили, что звук практически не ощутим. Это мы выстрелили с модератором, опять-таки с нашим заводским, очень классным. На точности совершенно не сказывается, ствол удлиняется, вид более серьезный. Вот. Такие модераторы и винтовки Верауг, которые стреляют очень точно, вы можете купить в Охотника Нет.